Всем привет! В этом видео хочу дать несколько комментариев по поводу сегодняшнего обновления. И начать хочу с Патрицио. В патчноутах написано, что в список предлагаемых предметов добавили сундуки с мифическим снаряжением. На деле, подойдя к Патрицио и потратив 20 попыток, я получил стандартный набор предметов, который и так был до обновления. Даже если бы мне повезло, сундуки с мифическим снаряжением стоят намного дороже, чем обычное вот однослотовое снаряжение. Да, конечно, возможно, вам повезет, и из сундука вы получите двухслотовое снаряжение. Но что-то мне подсказывает, что шанс достать обычное однослотовое из этого сундука намного выше. Поэтому я не рекомендую в данный момент тратить очки энергии на Патрицию. Перейдем к новым локациям. Все игроки рванули делать сюжетный квест. В связи с этим рекомендую почаще менять канал. И также вот выполнять большие квесты на большое количество мобов чуть дальше, чем вам предлагает автопуть. Таким образом, вы намного ускорите прохождение сюжетного квеста. По мере прохождения сюжетного квеста не забудьте о знаниях. В новой локации очень много знаний, которые дают атаку или защиту. Также в локации «Место раскопок» вы можете найти дополнительный квест на ЛТ. Подробнее о всех квестах на ЛТ вы можете найти в нашей базе. Ссылку я оставлю в описании. Ну и напоследок. Новая коллекция. В ней суммарно заложено 20 БС, поэтому рекомендую как можно быстрее ее закрыть. Да, это возможно будет дорого, но зато полезно. Собственно, на этом все. Основной посыл этого видео – не тратьте энергию на Патрицию. Я думаю, вы меня услышали. Всем спасибо, всем пока.